туда. Цена такое непредсказуемое дело. Так, что у меня тут? У тебя видюха какая? 960, да? Да, да, 960. Ну, старая она уже, очень старая. У меня 750 Ti. На 2 гига. Ну, у меня еще старей. Тоже на 2 гига. Так, я только пока ничего не нашел. Броня есть, 250. Пистолет у меня, но без патронов. А, надо там сходить открыть. Дробовик есть рядом. Броню у тебя нет? Вон. Есть, нашел. А, нашел, все, отлично. Шприц второй. Какой-нибудь у меня открывашка будет? Пойду ящик попробую открыть. А вот ППшка, смотри. Потом поможешь мне тут открыть, потому что что-то я у себя ничего не нашел. Сейчас иду. О, у тебя тоже ППшка, отлично. Или я так криво искал, или реально ничего нет. Так, кейс у меня вот здесь. Я нашел шприц, световую и... Воу. Сейчас бы на голову. Не попал, не попал, да. Ты нет, не открыл мне, если что. А, не попал, нет? Не, не попал. Чуть меня не попал. Их там двое. Я убегаю. А где еще? Еще в конце моста второй. Бизон, бизон. Что-то... Флешку даю. У меня патрон нет. Я у нас лип... Они вдвоем идут. Да я понимаю, дальше ты скалывай. Теперь у них еще и бизон. Хреново. Блин. Надо валить. У меня патрон вообще по нуля. Да, долго мы это. Долго мы минус открывали. На 13. Ёпта, да, вот надо же прям на турель выйти. Турелька там у него один этот удар. Да ты чё, турель, блин? Надо было ее реально это ударить кулаком. Чё-то это, вначале вообще все комом как-то. Да, да. Ну, конечно, он же меня догнал. Там враги есть, да? Дробовик. Так, ладно, я тогда вот сюда рядышком на дорогу. Пока разомнешься просто, блин. Руки холодные. Ага. Мне... Вот смотри, кстати, патроны. А, ну ты дробовик. У меня чел подарил. Да ёпку. Да, забей. Да? Я тут он так отчаялся, что уже заплантил рядом с сундуком. А я прицелиться не могу. Тем более с дробаша я потом. Две бочки взорвал. Вон там челики. Прямо у тебя. Да мне бы вот этот коробку схватить и улететь куда-нибудь. Ой, у меня чел. Все, хана. Один? Не знаешь? Но он прыгает. Вижу его, вижу. Все, хана. Блин, я, конечно, его убил, но не успел тебя засейвать. Да ладно. Чутка прям не хватило. Так, вот, кстати, этот автомат есть. Всё, сейчас. Я давай тогда тебе броню пока прилетит, заказал. О, еще ППшка. Отлично, сейчас откроем. О, МП. Давай. О, кстати, вот броня, зря заказывали. Тут патроны возьмешь. А, да тут вообще. По-моему. Кто? Патроны он там, он вижу. На этом мостике.
А, да, этот, пошли сюда. Вот, забери броню. Вот тут, смотри, один пак патронов. Вот второй. Нашел, да, все? Да. Так, и на мой там... зона. А вот, слышишь, вот это не взял. Ладно, забирай там, где знаешь, потому что зона пошла. И смотри, давай на этот, на город, там аирдроп. Вау. А, я понял. Так что там патроны. Ну, а тут патроны, сейчас я заберу, попробую. Сильно не сворачивайся, если что. Я понял. Тут разберемся, тут, может, что потом посильнее надо будет зарядить. За мной пришли, ты уже. Пришли за тобой? Да, не в игре. А. Друзья. Понял. Так, здесь АУК. Слушай, ну у меня 30 на 65. Я тогда возьму АУК. Да, а окей. Ты автомат тогда мой. Ну если у тебя сколько там патронов сейчас? 30 на 40. А, ну в принципе, у тебя лучше. Да, это лучше. Два шприца заказал. Так, я тогда закажу патроны. О, скаут. Я тогда пока назад. Слышь, скаут, на открытое пространство не выходи. Окей. И зона. Я молю, я сюда пришел. Если... Ты если отошел, блин, тебя сейчас зона съест. Все, я здесь. Я понял тебя. Я блок, просто да. Я у тебя шприцы угнал, потому что я понял, что я так. Я понял. Да. Еще резаешься, нет? А, нет. Да. Успеваешь. Вроде да. Сейчас посмотрим. Так, это. Нет, вот недоступен через меня. Я не понял. Не понял, откуда он стрелял, блин. Где-то с крыши, да. А, вот все. Вот. Не будешь прыгать, блин, так тупо. Последний. Оу. О, ССГ. Понял. Заказывай еще шприц, наверное. Да, пока. Блин, запрыги заказал, окей. Стреляет, да? Да, по тебе. Понял. Ну, его сейчас зона будет сжечь. Он слева. Вот это зажал я, блин. Царский зажим. Ага. Ну, сауга нормально вблизи зажимать можно. Да. Это в него, слышишь, с него стрелять надо, знаешь, ноги целишься в голову, попадешь. А, он немножко не заметил меня, да? Да. Ну ладно. Congratulations on your survival. Thank you for your continued participation.